Минувшее воскресенье прошло на Ставрополе под знаком выборов. В 4 районах края жители выбирали новых глав муниципалитетов и депутатов сельских советов. Участки для голосования открылись в селах Донском, Подинском, Юца, а также в станице Беломечетская. В разных точках края за ходом голосования следили наши корреспонденты Леонид Нечепуренко и Павел Яндовицкий. А потом утром встала, думаю, гляди, что снег пошел. Смотрите, что творит. Ну, это уже свинство самое настоящее, правильно же? Совсем не таким утро накануне выборов представляла жительница Донского Валентина Дорофеевна. Фасад ее дома, двор и огород буквально заполонила бумажная агитация. Листовки в поддержку кандидата от одной из партий, их распространителям, похоже, стало даже лень расклеивать. Политический полиграфический мусор чуть ли не пачками валяется прямо на земле. Ну, баловался, да. Ну, сейчас буду собирать, ходить. Такую же картину увидели и те жители Донского, кто вышел этим утром в центр села. Бумажные листовки появились буквально везде. И это в день тишины, когда официальная агитация уже запрещена. Мусорят, клеят, клеем, что нигде эти не снимешь, наклейки. Вот сейчас возле магазина мучилась, сдирала. К выборам в селе Донском было приковано особое внимание тех, кто следит за политикой. Многие опасались, что и в день голосования не избежать нарушений и провокаций. Но в 8 утра избирательные участки открылись в штатном режиме, а само голосование проходило спокойно, за исключением незначительных спорных моментов. Например, на одном из пунктов наблюдатели от двух партий попросили поменять бейджики, которые были оформлены не по правилам. Традиционно для сельской местности многие отправились выполнять гражданский долг с самого утра. И у каждого из пришедших были свои пожелания будущему главе муниципалитета. Чтобы у нас улучшился парк, потому что у нас даже негде погулять с детьми. Дороги чтобы сделали, навели порядок в селе капитально и все. Ну и надеемся, что жизнь не будет уходить из села, а наоборот возвращаться в село. Потому что очень много молодых у нас уезжает из села. Хотелось бы обратного процесса. А чтобы голосовать было приятнее и веселее, на многих участках силами местных артистов организовали выездную концертную программу. Сейчас в Донском примерно полдень, и несмотря на то, что погода здесь, скажем так, не очень располагает к прогулкам, местные избиратели демонстрируют высокую активность. Большая часть уже пришла на избирательные участки прямо с утра. При этом каких-то серьезных инцидентов или нарушений зафиксировано не было. Сохраняется ли эта тенденция в других сельских территориях Ставрополья, где в это воскресенье голосуют? Там работает мой коллега Павел Яндовицкий, передаю ему слово. Да, Леонид, такая тенденция сохраняется и в других населенных пунктах. Жители сел проснулись пораньше и пришли на избирательные участки. В станице Беломечевской такой участок один находится в местном доме культуры. Даже проголосовав, многие люди не расходятся, несмотря на моросящий дождик, общаются, обсуждают последние новости, спорят о политике. В списках избирателей в станице Беломечевской более 1700 человек. Мы побывали на участке около 10 утра. Людей было много. Но, утверждают члены комиссии, ранним утром здесь голосовали еще активнее. Активность у нас, конечно же, с утра. Уже вот как бы перешел небольшой такой наплыв избирателей, граждан. Ну, на данный момент проголосовало 330 человек. Итоговая явка в Беломечевской более 47,5%. Выбирали главу станицы из 6 кандидатов, 2 представителей политических партий и 4 самовдвиженцев. Нам нужен хозяйственник, вот, чтобы он с людьми работал, чтобы он от людей не отгораживался. А требования к нему мы не будем предъявлять сверхъестественные, понимаете, да? Потому что мы все это понимаем. Рассчитываем, чтобы жизнь улучшилась, чтобы все было хорошо, хоть справедливо было, чтобы никто нас не обманывал, как раньше обманывали. Голосуешь за одно, потом получается другое. Чтобы никогда было. И чтобы пенсионерам обратили внимание, нашим участникам, и вот мы инвалиды, чтобы за нами посмотрели, хоть что-то сделали нам. В первую очередь, наверное, водопровода у нас нету. Самый главный вопрос, наверное, в водопроводе. Свои пожелания к будущему главе и у жителей села Юса, Предгорного района. Там также прошли досрочные выборы. Юса – село большое, почти 10 тысяч человек. Находится в красивом месте, говорит местная жительница Наталья. И продолжает, но не ухоженная. Уверена, это из-за того, что за последние 3 года здесь сменилось 2 главы. Достойного главы все никак Юса себе не выберет. То уголовное дело, то человек заболел. Творится сплошная неразбериха. Нет диалога между жителями и местной властью, говорят селяне. Жалуются и на ситуацию с мусором. От неубранных обочин до стихийных свалок на окраинах. Юца, конечно, очень ждет своего хозяина или хозяйку, я не знаю. То есть вот она, знаете, место очень красивое. Знаете, как вот женщина, которая неухоженная, нелюбленная. Вот такое сейчас село. Вот такие надежды у жителей села Юса. О том, кому предстоит их оправдывать, узнаем совсем скоро. Впереди итоги голосования.
А Леонид Нечепуренко наблюдал за подсчетом голосов в селе Донском. Леня, тебе слово. Да, действительно, подведение итогов – это важнейшая часть выборов. Путь до села Донское или любой другой населенный пункт. У нас сейчас до закрытия участков остаются считанные минуты. Избиратели в массе своей уже высказали свое мнение, отдали голоса. Осталось их тщательно и скрупулезно подсчитать. Так, внимание, уважаемые присутствующие, время 20:00. Объявляю голосование законченным. Сотрудников полиции прошу закрыть полностью участок, не допускать посторонних лиц. Селиться только с моего разрешения. Двери участка запираются на замок. Прежде чем приступить непосредственно к подсчету голосов, членам комиссии предстоит много других важных процедур. Погасить неиспользованные бюллетени, подсчитать и проверить точное количество пришедших. В итоге явка в Донском оказалась весьма неплохой для выборов местного уровня – почти 43%. А вот кого жители избрали сельским главой, интрига держалась почти до утра. В итоге судьбу первого места решили буквально несколько сотен голосов. Леонид Нечепуренко, Павел Яндовицкий, Иван Шаталов, Сергей Трегубов, Ставропольская телевизия.